Всем привет! С вами Ольга Чернова и мой краткий обзор сортов огурцов для получения раннего урожая. Перед этим я вам рассказывала про могучую кучку по 9-10 завязей и для засолки, и для раннего урожая скороспелый. Еще хочу рассказать про очень хороший сорт Герман. Его многие, вот кто садоводы со стажем, огородники, его садят, выращивают. Но новичкам, когда они приходят в магазин, конечно, вот такое обилие сортов, они могут растеряться. Они откуда знают, кто такой Герман, что такое могучая кучка. Вот про Герман я вам сейчас расскажу. Это гибрид, один из самых популярных ранних гибридов. Вот написано. Конечно, семена эти, они очень дорогие. Вот у нас 45 рублей пачка, там всего 8 штучек. Но такие тоже нужны. Он тоже, как предыдущая могучая кучка, партенокарпик. Это то есть, ему не нужно никакое опыление. Он без опыления плодоносит. Гибрид раннего срока созревания, дающий очень высокий ранний урожай. Растение устойчиво к вирусу мозаики, к кладоспориозу, к мучнистой росе. При достаточном питании в каждом узле образуется 6-7 стандартных по 10-12 см ровных, не имеющих горечи, корнишонов. Это высококачественные плоды отменного вкуса, предназначены для свежего употребления и переработки. Особенности выращивания: рекомендуется подвязка к шпалере, формирование растения дает хороший результат при подкормке, выращивается и в теплице, и в открытом грунте. Универсальный вот этот гибрид, идеальный сорт для получения раннего урожая. Не нужно вам ничего, посадили, подвязали к шпалере. Достаточно, чтобы был плодородный грунт, получите очень хороший урожай. Но вот как и написано, что один из самых популярных ранних гибридов. Почти в каждом дворе, вот у нас Герман, если у кого есть теплица, обязательно Герман. Если даже нет теплицы, временное укрытие. Сначала держат под пленкой, потом пленку открывают для получения раннего урожая. У всех есть Герман. Если вы только начинаете, попробуйте Герман. Также я рассказывала, могучая кучка тоже такой же типа этого. 9-10 плодов в завязи. Вот чем вот эти хороши, почему я купила нынче их, и почему они всегда есть, вот такие гибриды в моем списке. Люблю с пучковой завязью, люблю, когда много из одной пазухи вылазит по несколько вот плодов, по одному сейчас уже у нас мало, жизнь и не стоит на месте, и вот эти вот все достижения современные, новые сорта, нужно, конечно, испытывать, высаживать. У меня вот эти вот все, которые лежат сорта, я все пробовала, все выращивала. Какой-то остается навсегда в моем огороде, про какой-то я забываю. Я вот уже рассказывала, что у меня бедретта тоже сажу каждый год. Прекрасный сорт, тоже гибрид. Но все это вот для тех, у кого теплицы. Для тех, у кого теплицы, вот эти сорта идеальны для получения раннего урожая. До свидания, с вами была Ольга Чернова и краткое знакомство с гибридом Герман.